Это что, пульт управления каской? Телепорт. С кресла на кресло. Ха, конечно. Булку? О, от кондиционера? Странная была булка. Я знаю, как тебе было нелегко. И через какие страдания ты прошел. На столе 95 миллионов. Что у тебя в руке? Брось. Приготовьтесь. 3, 2, 1. Ты должен сделать стяжку 120 квадратов с перепадом 19 сантиметров и выложить камин с дымоходом. Это на сегодня. Чтобы ты не убежал, я сломаю тебе ноги. Моргни, если согласен. Ну вот и хорошо. Плохие условия приема. Приготовьтесь. 10, 2, 7, 8, 1. Аварийная связь. Отлично. Алло, Лёха, твое кресло, твой телепорт работает. Я очутился в каком-то темном, холодном и жутко вонючем месте. Да успокойся ты, там стоит автоматический возврат домой после третьего скачка. Наверняка ты у себя дома. Всем доброго дня и добро пожаловать в мастерскую, где мы создаем настроение, верстаки, станки и обустраиваем под будущий секрет, который вы узнаете пока еще не скоро, но мы к этому идем. Сегодня речь пойдет, конечно же, о освещении, потому что, видите, верстаки? Они есть, мы их сделали в прошлом ролике, я точно помню. Их камера не ощущает, их не видно, потому что проблемы с фокусировкой решаются только большим источником света. У нас есть полностью смонтированная декорация, которых не хватает бутылок, и не хватает... Лёха, ты хоть текст бы написал? Это называется светодиодные лампы. Есть люминесцентные, есть Ильича, а есть светодиодные. Я знаю точно, что Лёха их закупил, но так он электрик, он очень занятой человек, и ему некогда. Ага, конечно. Будем делать сами. Мы тоже непростые перцы, у меня целых третий разряд по «смотри как надо», поэтому я думаю, сейчас без всяких проблем, буквально 10 минут, мы все это сделаем сами. Так, ну что, начнем с светильника? Так, сначала... Ага. Надо включить. Так. Пам-пам-пам. Жили. Так, для начала... Ну тогда... Ага. Так, ладно. Лёха, как поменять светильники, не погибнуть? Гениально.
never slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. Так, рассмотрим режим номер один. Декорация. В таком режиме приятно просто находиться в мастерской, ничего не делая, а просто лицезреть на архитектуру. Режим номер два. Экономия. В таком режиме подходит что-то делать, заносить, переносить, подготавливать. Но для съемок такой режим не годится. Видите верстак? Вот он. Его почти камера не видит. То есть черные цвета плохо светятся на таком экономном режиме, когда работает три лампы, да. Тут просто заминка произошла, потому что автор, когда закупал светильники, он не смог 7 светильников умножить на 2. У него получилось 12. 7 на 2 – 12. Привет высшему образованию. Ну и третий режим я бы назвал, когда у вас халявное электричество. Такой вид неэкономного электропотребления подходит идеально для точных работ, так и для съемок. Видите, наш черный верстак как на ладони. Он абсолютно просвечивается, его видно. Как по мне, ну что-то как-то не очень. Впечатления были немножко другие. Ощущения нахожу где-то в хирургии. Сейчас в эту дверь ворвутся доктора в белых палатах и начнут тут делать всякое. Собственно, с освещением разобрались. Теперь можем приступать к точным работам. Сейчас будем делать ящики. Точнее, тестировать, как они будут выглядеть, как это все будет вообще складываться. В теории легко, но чувствую, что провозимся мы тут, наверное, целую неделю. 28 ящиков, это не какой-то там хухры-мухры. И... О, это мне? А что это? Ух ты. В коробке находится инновационный турбогиб Дина. Это единственный турбогиб в своем роде. И не лыбься. Эта запатентованная конструкция имеет нестандартный внешний вид. Три строго параллельных идущих вала обеспечивают легкий и точный прокат заготовок. Уникальная регулируемая ручка увеличивает производительность до 3 раз. А также в комплекте есть переходник для шуруповерта. Но самое главное, для чего я его взял, это еще и углогиб. С его помощью можно получить P-образные, квадратные и прямоугольные детали без риска деформации, даже если ты новичок. Углогиб подходит для профилей шириной от 15 до 40 и высотой 25 мм. Поэтому, пока я не приду, не вздумай его доставать! Очень интересная вещь, мы ее в дальнейшем испытаем, причем испытаем жестко. Вот тут у меня появится второй уровень, вот только на этой стене, поэтому углогиб в полной мере мы испытаем. Да, это не только трубогиб, это еще углогиб.
Поэтому испытания будут, и мы их покажем в прямом эфире, как говорится. Так, ну что, для ящиков мне нужна фанера. Есть крепежи, закупил, расходники и, конечно же, направляющие. А вот тут была целая история. Одно направляющее длиной 60 сантиметров с выдержкой 25 килограмм стоит где-то 200 рублей. Ну, 190, меньше не находил. То есть, ну, как бы одно стоит 90, две стоят почти 400 рублей. А мне нужно 28 комплектов. 28 комплектов – это как бы 56 штучек, да, 56 штучек полотен. Умножаем на 200 рублей, получаем 11 тысяч с копейками там, плюс-минус 100 рублей. 11 тысяч чисто на направляющий – вообще не бюджетный вариант. Поэтому мы нашли старый добрый «Из рук руки», журнальчики «Газета», там что, «Авито», «Юлу», и нашли мужика, который отдал 30 комплектов за 3000. Вот это уже неплохо. Ну, то есть, один комплект обошелся в 100 рублей. Или одно полотно в 50 рублей. Правда, оно не 60, а 55 сантиметров. Но я думаю, мы это спишем все на неточность в расчетах. Работаем по плану. Я назову этот ролик «Божественные ящики». Почему? Потому что обычно в такие моменты большинство авторов вырезает и не показывает зрителям свои самые первые изделия. Потому что получается подгонка не идеально, ее видно. Про ровность по уровню я тоже могу промолчать. Она как бы ушла в другую аудиторию, в другую мастерскую. По ровным углам, ну, видите просвет. То есть говорить не приходится. Ну, здесь, конечно, будет декорация, да, многие, наверное, догадались, но тут-то миллиметр, а тут-то сантиметр. Миллиметр или 2-3 сантиметр. 2-3. Скажите, сантиметр – это много или мало? Смотря где, да? Но вот, по крайней мере, в моей мастерской это много. Опять же, дело касается ящиков. Это тоже показывать было не нужно, но ладно, так уж и быть. Видите?
подставочки, вот тут вот у нас 9 мм. То есть подгонка, думал, что это в принципе дело такое обычное, там подставил, подложил нормально. А нет, ящик очень капризный, и рельса, которая должна ходить, иначе будет ходить по воздуху. То есть, если сделать основание ящика такое, как само подготовка, то получится трапеция. У трапеции основание больше, чем вершина. То есть ящик невозможно будет открыть, он вот тут вот заклинит. Это нужно было учитывать, то есть нужно было сделать мерник и все сделать прям идеально. Я до этого додумался. Поэтому вот эти вот секции до первой и вот до последней, они идеально с точностью, с погрешностью в миллиметр. То есть это круто. Вот здесь у нас погрешность 6 мм, вот тут у нас 9 мм, и вот тут у нас от нижней до той точки 2 сантиметра. Ага. А почему? А в чем проблема была сделать ровно? А? Да потому что, наверное, из всех крутых невероятных станков для создания всего прекрасного у меня только угольник. То есть, если вы не заметили, ни верстака, ни станка, ни упора у меня нет. Я в прямом смысле работаю на коленке. Поэтому все ваши комментарии, что не доделал там, не доделал с тем, но сделал в мастерскую, да в бункере я их видел. Вот сделал себе крутой отделочный стол, чтобы работать не на полу, а на нормальном верстаке. Вот тогда и поговорим. Не злите меня, иначе ваши комментарии я не буду лайкать. Спасибо зрителям за подсказки. Если, конечно, не считать, чем обычно меня образ закидываете, то всем огромное спасибо за подсказки, поддержку, советы. Вот, кстати, очень был дельный совет, не знаю, почему его упустил. Это по поводу приближения к самому верстаку. То есть ящики нижние крепить вот так нежелательно. Они должны быть приподняты, чтобы туда заходила нога. С чем это связано? Я думаю, это, скорее всего, связано, во-первых, с удобством. То есть подойти вплотную, нога уперлась, либо нога зашла. Мы сокращаем дистанцию между верстаком и животом. Дотянуться можно подальше, и скорее всего мы снимаем часть нагрузки, когда работаем, то есть не доходя до верстака, и когда вплотную к верстаку. Но это не точно, кто знает больше, напишет, но мы пока работаем по плану. Шляпа. И получилась тоже шляпа. О, самый кривой ящик. Вот он, ну, благо открывается хорошо. Странно, конечно, эти ролики. Я никогда не понимал, не умел мастерства, как расстояние отсюда до отсюда и ящики идеально подгоняли, чтобы ролики прям вот без притирки, без волны, прям идеально гладко ходили. Для меня это пока до сих пор остается загадка. Поэтому учусь на себе. В общем, уровень деградации. Это самый первый ящик, самый кривой. Это у нас был второй ящик. Он уже менее кривой, но я не смог угадать его оси.
То есть тут сторона немножко глубже. Но уже получше. Уже получше. Вместимость не маленькая. Это у нас ящик был третий. Он самый такой более-менее большой. Вот видите. Он самый глубокий. Он уже более-менее ровненький. Так, угольник далеко? Далеко. В общем, здесь углы уже хорошие. Вот, прям таки нормально. И самый идеальный, прям вот доволен, получился у меня верхний. Правда, немножко здесь с трещинкой, но я клеем буздякал, засохло нормально. Тут никто не будет видеть. Это черновой вариант сейчас. Чистовой будет уже, когда мы все ящики сделаем. Я все промерю, может, и переделаю. Пройдусь машинкой с кругом. Мы тут все почистим. Все это будет у нас очищено, все будет аккуратно, все будет классненько. И потом уже сделаем ручки. Ну, то есть ручки и фасады. Прям сразу, да. Дома на кухне сделал, а в мастерской сделаю. Ну, потому что в мастерской будут рождаться хорошие вещи. Но это не точно. Ну и на вкус, и напоследок, потом у нас будут, конечно же, фасады. Из чего их делать, я пока не знаю. Варианты как из остатков фанеры, либо докупим мебельные щиты. ЛДСП не рассматриваю, можно ламинат использовать. В общем, идеи можете подкинуть, я их продумаю, мы их там реализуем. Да, все правильно. В мастерской фасады будут раньше, чем на кухне. Но я должен на чем-то отрепетировать, наточить руку и потом сделать красиво. По-другому не работает. Нельзя сначала сделать красиво, а потом тренироваться. Или хотя... Так, погоди. Ты за 4 недели сделал только 4 ящика? Ну. О, да, неожиданно. Почти. Угу. О, это кондиционеры? Я не могу. Почему бью? Ой, блин. Я еще не удивилась. Ты тут каждый день портаешь. Что за хуйня? Что за хуйня? Хорошая это вообще. Было лишнее. Снято! Но не 60, а 55 сантиметров. Ну, я думаю, мы это... Так долго пиздел и забыл, о чем была речь вообще. Ну, как так можно? Надо прям сильно, чтобы шапка улетела туда. Хорошо, давай тогда... Нет, вообще хуйня. Ты можешь посильнее бросить? Даже надо хуи правильно бросать. Давай нормально, блядь, собери. Москва-Восток, хуи пролетали. Видно, видно, залупа в кадре.
у вас что-то хуёво получается. Так. Вот так, нормально. Отрепетировал. Чем обычно меня забрасываете? Как можно было не попасть с метра, Надя? Метр! Спасибо зрителям за подсказки, если, конечно, не считать, чем мне обычно закидываете. А ты не промахнись! Не промахнись, это у тебя самая важная роль тогда. Чем обычно бросаете? Чем обычно меня забрасываете? Вы хуй не видели летающий? Не считай, чем обычно бросаете. Если, конечно, не считать, чем обычно бросаете. Да не, это очень хуёво сейчас было. Вначале вообще хотел, чтобы шапка слетала, да. Но у нас продюсер плохо старается. Я не могу сам себя бросить. Лёха, иди в камеру. Спасибо зрителям за подсказки. Если, конечно, не считать...